Китайский суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы адвоката Ван Цзюаньчжана. Юриста признали виновным в подрыве государственной власти. Он работал в провинции Шаньдун на востоке страны, защищая оппозиционных активистов, последователей запрещенных религиозных практик, а также жертв изъятия земельных участков. Юриста задержали в 2015 году в рамках объявленной Пекином кампании 709 арестов, направленной против юристов, подозреваемых в нарушении закона. В течение 2 лет их всех осудили или освободили, и лишь Цзюаньчжан оставался под арестом. Его дело передали суду только в декабре. Родственники и знакомые заявляют, что подсудимого держали в полной изоляции, не позволяя даже встречаться с женой. Ее не пустили и на оглашение приговора. Слушания были закрытыми, поскольку речь, как сообщается, шла о государственных секретах.